Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с фонариком от фирмы Philips, который у вас представлен перед глазами. До этого мы рассматривали фонарик Шустер, который сейчас находится у вас слева и представлен. Ну а в данном случае решил я взять от компании Philips фонарик, который имеет функционал, ну, во-первых, марка SFL6168. Шло это все из Китая достаточно продолжительное время, около 2-3 недель, точно не помню. Ну и доставщик был Казань Экспресс. Как видим, все пришло в нормальном состоянии, это у нас не Почта России. Ну и давайте смотреть, что находится у нас внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот такая вот внешняя упаковка представлена здесь. Ну, во-первых, здесь функционал написано, что здесь есть 4 режима. Первый режим – это высокое и низкое свечение. Когда вы нажимаете один раз, двойное нажатие дает вам вспышку и SOS. Длинное нажатие – это постепенное уменьшение от максимального до минимального. Ну и еще раз одно нажатие – это выключение непосредственно самого фонарика. Да, здесь есть индикация о состоянии аккумулятора, который внутри и встроен. То есть, если говорить зеленым, от 50 до 100% заряжено у вас. Если оранжевым, от 10 до 50, ну и меньше 10, соответственно, горит у вас красным. Так, ну и давайте открывать. Ну, тут в такой упаковке находится фонарик у нас. Ну, здесь основной функционал, который мы не можем прочесть. Ну, дата изготовления даже есть 11.01.23. Ну, вот здесь показана демонстрация. Да, здесь еще есть фокус 20 Вт. Здесь есть влагозащита по EP44. Дальше 180 минут максимум функционирует. Дальше здесь у нас зарядка осуществляется 5 Вольт 1 Ампер. Через USB-C вес этого фонарика 120 грамм, диаметр максимальный 31 миллиметров, а минимальный 23 миллиметра, ну и длина 138 миллиметров. Вот здесь так об этом представлено. Ну и внутри находится аккумулятор 18650, стандартный аккумулятор. Единственное, он незаменяемый, а находится внутри, поэтому, чтобы в последующем его заменить, придется вскрывать данный фонарь. И у нас здесь какая-то инструкция, не на нашем языке, а на качество. Но инструкция на китайском у нас языке. Поэтому, кто желает прочесть этот китайский язык, берем смартфон, направляем камеру и открываем Google Translate, и вам все это дело переведет. Так, внутри еще у нас находится, скорее всего, зарядка. Ну, во-первых, находится ремешок на руку для того, чтобы переносить данный фонарь. И есть у нас кабель. Ну, тут, наверное, сантиметров 20-30. Это USB-A у нас. И USB Type-C для того, чтобы заряжать ваш фонарик. Так, и внутри находится сам фонарик. Вот такого вот вида он. 1000 люмен и функционирует на 350 метров. Это если у вас фокус не широким углом, ну а широкий угол, соответственно, будет меньше. 1000 люмен заявлено. Так, ну и давайте включим. Вот у нас фонарик работает такого плана. Отключение. Вот он больше работает. Дальше у нас два раза. Ну, вот видим, мигание осуществляется. И SOS. И длинное нажатие
ну вот видите, уменьшается и увеличивается. Между максимальным и минимальным. Для экономии аккумулятора. Так, ну и тут он горит. У нас зеленый индикатор, говорящий о том, что у нас больше 50% заряда. Вот такой фонарик. Он по размеру меньше, чем данный фонарь. Можно даже, давайте, ну, дальномере. Как функционирует. Вот на максимум, здесь тоже на максимуме горит. Вот. Фонарики. Я вам продемонстрировал фонарик Philips SVL6168. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.